Так, и багажник. Так, мы поехали покататься, посмотреть, как Москва украшена. Сейчас время у нас 5:30, 1 января. Вон сидит братва, не знаю, видно ее. Не видно, темно. А ну, на улице так вот. В машине просто темновато. Но Машина шапка видна, яркая. Вот так видно нас? Ну вот и видно, да. Ваши телефоны видно тут. Вот, поехали, в общем, покататься. Покажи, дай свой телефон. Вот, о, фонарь. как светит ярко. Вот фонарь, выключи. Вот, так видно всех. Нет, так видно только Машу с твоим фонариком. Очень яркий. Да. Так, ну ладно. Поехали. Хорошо, хватит болтать. Вот какая елочка стоит местная. Это правда моросит большой. Мы в зоопарк. Впереди зоопарк. Да. Да, красиво он. Его украсили, он светится весь. Московский зоопарк. И вот тут елочка стоит у зоопарка. Тут васаби, муму кафе. По брусчатке проедем. Потрясемся немножко. Ну как колясочка двойная. Видно было, нет. Что-то высотка, дом, башня. Арочек. В принципе, красивая подсветка у всех домов. Кстати, до 8 числа в Москве парковки бесплатные в центре города. Можно припарковаться. Здесь, правда, места будут. А так всегда платно. Не, надо с утра повыезжать на светло, потому что места будут. Ну да. Так что вот так сделали, хорошо. Ну, в принципе, всегда на праздники какие-то. Вот такие маленькие елочки нарядили.
Что, она река не замерзла? Плывет теплоход по Москва-реке. Ну, теплоход проходит только. Зимние прогулки. Сейчас. Вот видите, зимой тоже тут прогулки. Вот такие башенки красивые. О, вот это тоже красивая башня. Все фотографируют. Все достали свою оптику, да? Флаг развивается. Так, вот этот памятник Владимиру, который Русь крестил. Народ гуляет. А вот и памятник. Смотри, там ступеньки подсвечиваются. Да. Пеньки подсвечиваются очень красиво. А вот и памятник. Там пеньки подсвечиваются. Да. Пеньки подсвечиваются очень красиво. Памятник большой. Одежда прям так как сделана.
Смотри, какая у него прям одежда сделана, ты видишь? Взгляд так прям все проработали. Тюшка все выбрать. Ну вот внизу написано «Князь Владимир, креститель Руси». Очень красиво проработаны все детали костюма, прям каждая складочка. Как будто даже цветной этот наряд. Он, правда, сделан как из какого-то сплава, прям цветного, не знаю, как-то. Он так покрашен. Святой написано в начале. Святой князь Владимир, креститель Руси. А что скажешь, что ну вот мы объехали этот памятник по кругу. Вот с этой стороны, кстати, очень красиво. На фоне стены Кремля флага российского. Башня. Так, ну вот мы проехали. Маховая улица. Так, вот еще одна елочка.
нет, он так цветным, подсвечивается, но не очень было видно, но... Так, вот еще сейчас будет елочка. Такая голубенькая, синяя. Там были. Карбас. То, что я не успела отпускать. Сейчас еще одна елочка будет красивая. Реклама Кока-Колы. Так это кинотеатр Октябрь. Давайте поговорим. Мы будем ходить? Да, давайте. Так я вообще ничего не успела. Так мы уже все дружим. Не знаю, мы все друг по Тверской, конечно, розовым подсвечивать. Ой, ёлка. Такие красивые шарики. С этой стороны тоже. Вот этот дом, у него подсветка меняется очень красиво. Сейчас он, может, поменяет свой цвет. Вот, он был розовым, стал таким уже, становится бежевым. Теперь опять розовым.
теперь ярко-розовым становится. Оранжевый такой. Стой, тоже. А маленькая елочка. Короче, пойдем гулять либо утром, либо поздно ночью. Тебя-то статья добавили. Куда мы? Куда? Театр сатиры. Спасибо. Тоже очень красиво. Вот театр сатиры вот так красиво сверкает. Снимай эту покушу. Это дом так подсвечивается вверху. Прикольно? Будка по-пекински. Все одно. А что Полина пишет, катаются, нет? Катаются? Да. Уже? Подождем? Они поехали уже. Там все, у нее нет интернета. Не знаешь, что ты говоришь, да. Московский зоопарк. Еще один вход. Сейчас будет брусчатка. Вон красивая еще елочка. Снимай ведь зоопарк. Зоопарк тоже очень красивый. Вот это очень красивая елочка. Очень красивый зоопарк. Картофель по-деревенски и два чизбургера, да? А да, и острый соус. Да, карри. Да, карри. Кстати, напишу. Да. Привет. Все вообще, все в одном. А на звук записывает или нет? Все записано. Здравствуйте. Здравствуйте. Макчикен. Макчикен. А? Картофель по-деревенски. Картофель по-деревенски. Картофель фри. Картофель фри. Соус сырный и карри. А? Соус сырный и карри. Смотрите, что будет? Ничего не будем, спасибо. Я знаю, но я не хочу. Я просто руками ничего не трогаю. Все. Да. А почему не дали еще? Вы сказали же, приезжайте к следующему окошку. Сейчас. Эй, привет! Эй, Женя, привет! Всем тоже привет, тоже. Я правильно? Уронила.
Что, нормально, пошли новый телефон покупать? Нет, да у меня планшет все время падает, да еще на кафельный пол, ничего. А телефон свой, Philips, смартфон, я выстирала в машинке. Уже четвертый год работает. Замечательно. Хорошая техника, значит. Да. Наступающего. Ключи у кого? А? Ключи у тебя.